Всем привет, друзья, канал Масалим. В работе у нас Хавел H2. Автомобиль приехать, обработать днище шумоизоляцией. Днище мы обработали, максимально все пролили. То есть весь металл, где это возможно. Агрегаты мы не трогаем. Вот. Толщина данного полимера достигает 4 мм. Также данный компонент служит как защита металла от коррозии и ржавчины. Сейчас дадим отстояться 3 часа автомобилю, и можно будет пользоваться. Вот. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!